Чернігов. Въезд в город со стороны Киева. Хорошая дорога перед самим Черниговом. И сразу же упирается в старинную церковь. Уже туристы сходили в церковь. Как называется она? Катерининская церковь. Дальше вон скверик. Скверик. Вон какой-то монумент. Сейчас подойдем поближе. Это другой ракурс въезда. Вдалеке вижу трубы какие-то на горизонте, тоже какие-то церкви, цветочки. И поближе сейчас посмотрим, что это такое. Взглянем. Хороший ухоженный парк. Подстрижено все борцам за незалежність України. Памятник напротив церкви. За волю и незалежність України. Красивий такий вид, здоровий. Так, так, так. Сразу в церкву упирається, так? Да? І ухожений парк такий мені подобався. Ну, тут же сидять, цвіти, саджі. Так. Красиво. Так, ну зараз поїдемо в печери. В які? Антоніо пещери. Ну, поїхали. И вот это, по-моему, в сторону центра вот так вот все идет. Ну это мы вечерком погуляем, узнаем. А сейчас поедем в пещеры. Да.